Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Давайте разберемся, зачем опытные садоводы замачивают лук-севок перед посадкой в хилате железа. Железо, как один из главных микроэлементов жизни растений, обеспечивает правильное их развитие, вегетацию и активацию всех требуемых процессов для полноценного роста. Хилат железа представлен сложным органическим комплексом в виде соединения микроэлемента с хилатирующим агентом. Вещество имеет оболочку, благодаря которой микроэлемент поступает к растению и не разрушается воздухом, водой или почвой. Хилат железа является биологически активным и легко усваивается растениями. При недостаточном количестве железа мельчает лук и становится слабым и желтеющим. Помимо этого наблюдается задержка синтеза. Замачивание луковицы рекомендуется сочетать с поливом грядки этим же раствором. Благодаря этому происходит обеззараживание луковиц и повышение их всхожести. Для приготовления раствора нужно 5 граммов хилата железа развести в 10 литрах воды. Частью этого раствора замочить посадочный материал, а после посадки пролить грядку этим же раствором. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!